В Якутии продолжается работа по ликвидации второй смены в школах региона. В частности, в Якутске до 2025 года будет построено 35 школ. Об этом сегодня говорили на депутатских слушаниях в мэрии. На данный момент в 40 столичных школах вместо положенных 22 тысяч обучаются 40 тысяч учеников. Напомню, что до 2020 года в России планируют перевести на односменное образование с 1 по 4 классы, также 10 и 11. А уже к 2025 году на обучение в одну смену должны перейти все учащиеся школ страны. Ну, помимо постройки новых школ, конечно, это строительство пристроев и надстроев к уже существующим зданиям. Потому что у нас есть школы, в которых можно построить настрои, третьи этажи. Можно, территория школ позволяет сделать пристрои дополнительно для размещения, допустим, начальных классов или классов старшего звена. Поэтому это выход из положения. И также выкуп еще помещений на первых этажах вновь строящихся зданий.